Конечно, 1 февраля невероятно насыщенный день, уже чего только у нас не было сегодня. У нас было очередное совещание по документальному кино, где мы большим коллективом обсуждали следующую партию там, фильмов. Да? Стоит их покупать, не стоит. Это такое очень коллективное решение. Поэтому все эти фильмы, которые мы потом увидим вместе с вами на канале, это все фильмы прошли через такой коллективный мозг. Регулярно обсуждение документальных фильмов мы стали проводить в сентябре 2009-го. Участвовать в них могли все желающие. Таковых набралось около 10 человек. Каждому выдавалась работа на дом – 4-5 дисков с документальными фильмами. А затем раз в неделю мы собирались вместе, чтобы обсудить увиденное. И вот... Мы сегодня обсуждали фильм один, мнения по которому очень сильно вообще разделились. И вообще это очень непростая тема. Кто его смотрел? Максим его смотрел. Максим смотрел? Что он сказал? Он сказал, что у него неоднозначное отношение ко всему, поэтому попросил пересмотреть. Он сказал, что у него, как он выразился, взорвался мозг после просмотра. Этот фильм был о том, как врачи, а их там 3-4 сквозных героя-педиатра, все как будто вообще снято скрытой камерой. Значит, это реабилитационный центр в роддоме. 3-4 человека, мы знаем, где они живут, какие у них семьи. Но эти они герои, которые спасают детей. Но эта история не про то, как спасают детей, а про то, как нужно принять решение, спасать ли или не спасать. И если бы мы знали, так называется этот фильм, это про то, они все говорят, если бы я был Богом, и если бы я знал, это сквозная линия всех этих героев, персонажей, если бы я знал, что будет с этим младенцем через год, через два, я бы принял решение правильное. Голландская клиника, современная, детские доктора, которые вынашивают и спасают 5-6-7-месячных детей, которые родились недоношенными, с патологиями. И Вера, которая смотрела этот фильм, она зарыдала и не могла там рассказывать, да, о том, о чем же фильм, потому что это боль, с одной стороны, это ужас от того, что не все дети выживают, а с другой стороны, это какие-то невероятные врачи и люди, родители, которые все делают для того, чтобы спасти этих детей. И какой им приходится иногда сделать сложный выбор? Спасать ребенка или лучше этого не делать? Там детей 20 там, недель или 24 недели они выписывают. Это вообще, это там слезы счастья такие, знаешь. Они их выписывают, но там... Есть две сцены. Их выбор заключается в том, что они знают, что даже если они спасут сейчас физически этого ребенка, но он выживет. То есть там его не будет через 3 года, там, он не будет развиваться никак, не будет растение. Дальше у них есть что-то. С одной стороны, надо брать этот фильм, потому что он вызывает и трогает за самые тонкие струны там, нашей души, каждого, да, там, человека. С другой стороны, не знаю, хочу я смотреть такой фильм по телевизору или нет. И, в общем, мнения разделились, и решение пока я еще не приняла, покупаем мы его или нет. И это очень непростой вопрос. В общем, мы думаем. За 2009 год мы отсмотрели почти 800 документальных фильмов. Из них для «Дождя» мы выбрали 100 наименований. Это и отдельные фильмы, и сериалы. Всего получилось 280 часов контента. Дождь. Optimistic Channel. Смотрите в базовом пакете НТВ+.